Друзья, всем привет! Это четвертый выпуск работы по охране с Джеем. У меня есть планы проработать интересные упражнения сегодня. Получится интересное занятие. Напомню, что мы учим не только тех собак, которые идеально все делают, а тех, у которых проблема с мотивацией, и они не всегда хотят работать по охране. Это очень важно. И если вы хотите консультацию получить в ближайшее время, а не ждать, пока выйдет ролик, дождаться, чтобы посмотреть, а как нам сделать ту или иную ситуацию правильно, вы должны понимать, каждая собака – это индивидуальный подход. И если у вас есть вопросы к своей собаке, вы можете написать на любой из мессенджеров, и мы решим вашу задачу по онлайн-консультации. Все контакты в описании. Так, что у нас было дома? Работали на тряпочку. Сейчас буквально чуть-чуть работаем на добычу на тряпочку. Это четвертое занятие у нас, которое мы снимаем. Сейчас пробуем работать на добычу. Ну, активнее собака себя ведет, это хорошо. Сейчас мы подпишем сторис. Буквально чуть-чуть, и мы не столько даем ухватить, сколько просто заводим и уходим. Поигрались, уходим в сторону. Надо просыпаться, активничать. Сейчас возле него чуть больше поработайте. Хорошо, дайте захват один раз, дайте захват. Зажевывает. Все, забираем. Зажевывает, не годится. Когда зажевывает, не годится. То, что я вижу, охоты у него немного работать. Надеюсь, что ему просто тряпочка надо. Все, тряпка ему не нравится. Надеюсь, что ему не нравится тряпка, и мы сейчас приступим к другим инструментам. Так, берем сейчас валик, делаем то же самое с валиком, работаем. Молодец! Ха-ха-ха-ха! Так, что сейчас происходит? Активность в сторону прихватки у него высокая, это хорошо. Он ее хочет и выжидает. Где захват? А? Нету захвата. Он прихватывает просто чуть-чуть зубами, бьет и не держит. Слушай, ты будешь врать или нет, скажи мне. Это что за захват? Здрасте, раскачался? Что это был за захват, скажи мне? Дай. На, дохвати. Хорошо. Да, молодец, только же дохвати, кто ж так держит? Да. Не, так не годится. Он что-то произошло не так. Вот есть, когда он активно делает, допустим, вот у нас то, что нужно хватать, а он сейчас ждет, чтобы ему положили это в рот прям. И когда я ему пытаюсь дать, вот я смотрел, что происходит с тряпкой, то же самое происходит сейчас с прихваткой. Ждет, ему не нравится. И он говорит, ну ладно, хорошо, я не хочу играться, давай ложи мне сюда. Я надеюсь, что ему надоело, но я не понимаю, почему. Или где-то неправильно что-то делали мы, или ну, у него интерес пропал. То есть у нас получается как? Уровень ТСБ, или он есть, или нету?
То есть мы увидели, что он это делает, кусает. Теперь надо разобраться, почему он не кусает. Очень плохо, когда у собаки пропадает вот этот интерес. Ну, у него реально он сейчас, ну, типа, я это называю так, нехорошо. Он говорит, вы давайте меня развлекайте, побегайте, а я когда захочу, я тогда укушу. Ну, так не получается. То есть, если есть чужой, который будет проникать во двор, он же не будет там, давай, мы тебя сейчас разогреем. То есть, сейчас мы его разогреваем и учим, надо кусаться, надо понимать. Или у нас перерыв между тренировками чуть-чуть больше стал. Ну, надо посмотреть. Потому что когда в нагрузке мы постоянно работаем, тогда есть результат. Я говорю просто по своей собаке, как я помню. Но, в принципе, какой бы перерыв ни был, собака, если она хочет кусаться, она будет кусаться. Тут надо понять, что происходит с ним. Ну, я думаю, что он здоровый, все нормально. В плане ни клеща, ничего не снимали, все нормально, все отлично. Почему себя так ведет? Ну, сейчас попробуем еще. Сейчас попробуем, включим активность через поводок. Давайте сейчас поводок возьмем. Тяжело говорить на камеру и одновременно думать и подбирать инструменты. Но я просто так по себе знаю, что... Раскачиваем заново. Спина мокрая, значит, собака должна работать. Ну, что это за захват? Эй! Что это за захват такой? Не надо. Так! Хорошо! Ай, молодец, браво! О, вот теперь захват у нас пошел. Вот теперь мы работаем, хорошо, затягивай к себе. Вот. Что у нас пошло не так? Что ты? Ого, это сильно, он, наверное. Монстр? Хорошо. Ну, захват очень сильный. Что было до этого? Вот теперь попробуй разбери, что там у него. Скажите, дай. Дай. Да, все, молодец. Такая штука интересная. Я с ней играюсь. Ага. Чика. Хорошо. Ба. Да, молодец, супер собака. Молодец. Ох, он, реально у него силы немерено. Ну, что вот это происходит у него бывает на раскачке. Хорошо, умничка. Значит, сейчас захват хороший, пока он не потратил всю свою силу на это. Надо перейти сейчас в рукав. Наша задача приучить его. Собака должна работать по команде. Вы обозначаете меня как чужого, команда чужой. И после этого я включаюсь как чужой. Хорошо, и мы посмотрим сейчас, как он отреагирует на мою. Да? То есть я стою спокойно, вы говорите чужой, я включаюсь. То есть для него это сигнал, что нужно сейчас будет делать какие-то действия в мою сторону. И мы его приучим после команды «чужой» идентифицировать чужого и нападать, хорошо? Ну, то есть, или защищаться от него. Я стою, не двигаюсь. Пока. Хорошо. Молодец. Ай, умница. Хорошо, что-то выключился. Он так реагирует, на плетку реагирует, она его может выключать. Нам нужно сейчас что сделать? Я думаю,
Активная фаза будет у него, когда мы приучим. Еще и в облай, это с помощью прихватки. Ну, то есть там есть свои моменты, как это научить. Мы будем пробовать и эту схему. Но сейчас по команде чужой я постараюсь, чтобы он ухватил руку. Вы опять же командуете, я включаюсь как чужой, подхожу. Мы сейчас все пробуем и смотрим, что из этого получится, хорошо? Давайте. Сейчас старайтесь руками меньше махать, потому что... Хорошо. Молодец, хорошо. Да, побежали с ним, побежали, сейчас побежали, побежали. Хорошо, сейчас просто приучаем его к добыче. Взял, несет, держит. Будем пробовать разные варианты, потому что надо приучить и держать захват. Хорошо, опа, не дает, молодец, хорошо, Джей. Ай, умница, Джей, хорошо. Хорошо. Что я сейчас его приучаю? Все-таки держать за руку. И хорошо. Хорошо, браво. Когда я вот так стою, командуем еще чужой, говорим ему, чужой, браво, молодец, хорошо. Ай, молодец. Чужой. Хорошо. Да. Да, хорошо, молодец. Хорошо, браво. Ай, молодец. Хорошо. Да, молодец, дохвати. Может, устал. Говорим, дай. Дай, Джей, фу. Да, молодец, хорошо. Стоим, стоим на месте. Сейчас говорим, чужой, опять. Молодец. Да. Хорошо. Молодец, хорошо слазит. Все, прошлись на улице, погуляли с ним. Прошлись. Минут 5. Собака сделала за занятие 5 сильных захватов. Приблизительно из них 3 было в подушку. Вот, 2 в рукав. На этапе, когда занимались, я чувствую, собака начинает сползать. Это челюсти уже держат не так крепко. Вот, удержание стало слабее, то я думаю, нужно отдохнуть собаке, выйти на улицу, пройтись, потому что под нагрузкой работать, это и психологически, и физически чуть-чуть тяжеловато для нее. Сейчас пошли на улицу, пройдутся, собака чуть-чуть, скажем, успокоится, отдохнет, и мы сделаем еще, я думаю, подход 2, и посмотрим, на каком этапе после отдыха собака будет хватать и держать. Когда мы включаем плетку, ведет себя не так активно, она не понимает, по ней видно, она уходит назад. Есть, ведут себя так собаки, не все собаки могут атаковать. И вы должны понимать, каждая собака – это индивидуальный подход. Нету такого, что взял, подошел и каждому одинаковое упражнение сделал, и все прям в ряд делают, не бывает такого. Одна быстрее, вторая медленнее, потом одна еще заинтересована, как-то третья просто не доверяет, да. Я вижу, собака растеряна чуть-чуть, да, вот сейчас, когда мы подходили, она не понимала, что нужно делать. Я помогаю, я не говорю это на видео, когда я делаю, я меняю поведение, я добавляю чуть больше реактива, я снимаю руку из рукава и подхожу, даю ей привычным способом уже ухватить, то есть я приучаю всеми способами работать, продолжать дальше работать. И если собака замешкалась, моя задача сделать так, чтобы она чувствовала себя увереннее. Я ей подсказываю, помогаю. Давай, давай, ничего страшного, это занятие, все нормально. И в будущем, когда собаке предстоит какая-то реальная ситуация, она будет помнить, ага, это я проходила, это я делала. А тут надо просто кусаться. И все, и мы к этому подготавливаем. Не всегда то, что мы хотим от собаки, у нас получается. И вы должны понимать, то, что хотите вы, это лично ваша хотелка, но не собаки. Вот. Я тоже много чего хочу от своей собаки, она не делает, потому что это не ее желание. А то, что мы хотим научить, вот насколько у нас хватит силы прокачать это, вот настолько и прокачаем. Но он не настолько активный, как хотелось бы. Я просто думаю, или купить прихватку, еще дорабатывать с прихваткой, или, много вот этих или. Тут под каждую собаку приходится подстраиваться. Я смотрю, где нет уверенности, что нужно добавить, и пытаюсь добавлять во время занятий. Если я что-то не говорю, то, допустим, я могу изменить уже поведение собаки своей походкой, своими разными,
скажем, реактивами, там, где начинают включаться какие-то действия, даже вот эти хлопки рукой могут включить собаку уже в рукав. Если я подойду и буду скучным, попытаюсь вот так вот ему просто дать, не факт, что он это сделает. То есть я сейчас помогаю всем своим видам и действиям, все, что я делаю, я помогаю собаке включиться. Но первое, с чего мы начинаем, вы даете команду, потом я включаюсь. И он должен понимать, после команды нужно искать, идентифицировать чужого и атаковать в ту сторону. По крайней мере, лаять, проявлять какую-то активность. Сейчас продолжаем то же самое. Еще раз команда чужой, я начинаю активничать и смотрим по захвату, по тому, как будет работать собака. Основная цель – приучить еще, чтобы он нормально реагировал на плетку. Мы это добавим, наверное, я не знаю, в конце с валиком попробуем включить плетку. Попробуем. Хотим попробовать на костюм, но я хочу все-таки выработать хорошую хватку. Ну, то есть приучить к костюму, не бежать, как говорят, не бежать впереди паровоза, да. Попробуем сейчас, давайте, командуем. Просто командуем и стоим, я все сделаю. Стоим, держим, да. А ну, еще раз. Да. Так. Да. Хорошо. Молодец. Сейчас чуть больше уверенности и зажевывает. Хорошо. Сейчас еще раз стоим, там командуем. Хорошо. Хорошо, молодец. Хорошо. Все, пускает. Молодец. Собака не держит захват, поэтому будем прекращать сейчас занятие. Еще раз. Давайте, командуем. Пока. Все, не держит. Слабо, слабо, слабо. Все, забираем его, забираем. Сейчас мы приучаем его. Идет команда, чужой. Я подхожу, проявляю активность, я включаю реактив. Наша задача вначале, чтобы он начал как-то реагировать в сторону чужого. Я стою, команда, я начинаю активничать. Он берет захват. То есть он берет захват не то, что недостаточно, я скажу так, берем верхнюю планку, нижнюю планку и середину. Ниже средней планки у него сейчас захват. То есть он взял и сползает. То есть он берет вот так вот и сползает. Просто если мы дальше продолжаем занятие, то он привыкает, что эту штуку или рукав или кого-то чужого, когда я хватаю, я могу сползать или держать слабо. Наша задача научиться, чтобы он держал хватку. Он реально мог устать. 15 минут активной работы собаки, в принципе, мы его вымотали. То есть у него были хорошие захваты, я же говорил, были там хорошие захваты, вот тут. То есть он челюстями поработал, они устают. Я не знаю, насколько он дома активничает, но сейчас он устал. Захвата, ну, я называю это плохой захват, его нету, то не надо дальше продолжать. То есть вначале он ухватил хорошо. Мы сейчас можем попробовать поработать с прихваткой и с плеткой. В этой связке поработаем, посмотрим. Если сейчас зайдет ему, окей, хорошо, продолжаем работать. Но с рукавом нет смысла, потому что он привыкнет, что... Вы поняли. Держать слабо можно, будем, значит, держать слабо. А это никуда не годится. Я не хочу так работать со своей собакой и с вашей, потому что мы учим не то, что нужно. Ему эта штука нравится, она комфортная. Сейчас посмотрим. Если он продолжит активно работать с этой штукой, да, он проявляет активность, теперь посмотрим. Хорошо, молодец. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я смотрю, как он реагирует. Даже когда вы поправляете, он... Так, сейчас попытаемся из него достать лай. У-ху-ху-ху. Молодец, хорошо. Сейчас за что собака получила подушку, вы поняли? Он проявил активность и рыкнул, показал свою серьезность в плане того, что я хочу тебя, иди сюда, добыча, я тебя съем. Тем самым, когда собака будет проявлять активность, будет получать. Смотрим, снимаем.
Да! Да! А, хорошо. Хорошо, молодец. Ай, умница, хорошо. А, блин, у меня руки реально не выдерживают. Он так сильно дергает. Хорошо. Конечно. Конечно. Хорошо, говорим да или на отпуск. Дай. Да. Молодец, хорошо, браво. Смотрите, сейчас он начинает активничать с этой штукой. Я хочу привязать. Ху-ху-ху. Что изменилось сейчас? Плетка меняет, видите? Я начинаю все делать то же самое, я ввожу плетку, и только я ввел плетку, состояние собаки меняется. Кусочком ухватил. Да, молодец, хорошо. Подайте плетку мне, подайте плетку. Да, молодец. Блин, я реально не могу удержать силы. Хорошо, браво. Хорошо. Молодец. Да. Хорошо, браво. Давайте, нервничать начал. Даем команду на отпуск. Хорошо, похвалили его. Что я только что делал? Когда собака уже ухватила подушку, я начал активно работать плеткой. Почему? Собака после плетки начала выключаться, а когда она уже ухватила, она от злости разряжается, если слышали бурычание собаки. Когда я активно начал включать плетку, он еще сильнее начал зажевывать и хватать. Он начинает нервничать, ему это не нравится, но когда он в добыче, он держит, у него задача держать. А когда он ничего не делает, он просто начинает отвлекаться на плетку и выключаются его охранные функции. А сейчас он ухватил, он держит, и он от злости еще дожевывает. То есть у него, кроме его естественных инстинктов, ничего не срабатывает. И он дожевывает, вроде как понимает и пустить надо, но настолько у него мы выработали уже сильную хватку, что он держит. Я работаю плеткой, тем самым, как думаете, привыкает он к плетке? Привыкает, но это покажет, я говорю, в любом случае работа с собакой, нету какого-то рецепта, расписал на бумажке, сейчас вот так вот, первое, второе, третье, собака кусается. Мы сейчас что делаем? Я сейчас начинаю, как вот этот знахарь, травки домешивать, да, туда. Это с вот этим, это с вот этим. А сейчас мы попробуем плетку, попробовали с рукавом, не работает. Пробуем с подушкой отдельно, да, и я смотрю на общее состояние собаки. Вот, старайтесь не гладить, потому что заглаживаете и успокаиваете. Так, смотрите, мы можем попробовать еще раз, посмотрим, как он отреагирует. Потому что он может связать, что когда я держал вот эту подушку, включилась потом плетка. Знаете что, идите вы. Сейчас мы проверим. Может быть и такое. Ну, то есть, вот я говорю наперед, я еще не знаю, но если правильно, опять же, раскачать нашу подушечку, это, знаете, как продукт, который можем не любить, да, у меня есть люди, которые там не любят, допустим, помидоры, но едят кетчуп. Они просто, ну, можно сделать продукт, так его сделать, что его будут потреблять, но в другом виде. Мы сейчас начинаем домешивать плетку в другие инструменты, которые нравятся собаке, тем самым нужно приучить. Сейчас как собака себя ведет, увереннее или нет? Активность упала, и он не такой уверенный, как всегда. Почему? Потому что видно по его состоянию, он встал вот так вот, и он стоит, он просто застыл, знаете, вот это. Да, уа, хорошо. 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 Ага. Ага.
Я думаю, что на этом стоит прекратить. Сейчас попробую дать еще хваточку последнюю. То, что у него получится. А вот так, смотри, футбол. Футбол, какая игра классная. Да, молодец. Все, после этого мы сейчас закончим занятие. Молодец, без плетки, без ничего. Мы просто отработаем, чтобы он ушел победителем. Очень важно включать это по чуть-чуть. Знаете, хочется все и сразу. Сейчас включить еще раз плеточку, сейчас мы его приучим. Вот этого уже делать не надо. Мы сейчас постепенно все будем выстраивать. Скажем, сначала делаем хороший фундамент. Отстегивайте его и сейчас побежите с ним. Берите поводок, перестегивайте. Хорошо, браво. Перестегивайте, отстегивайте. И сейчас побежали вместе с ним. Он еще смотрит на вас. Все, что там, папка, я делаю. Пак. Да, молодец. Сейчас, хорошо, побежали. Хорошо, все, на выход. Аж туда уходим, уходим с поля. Убегаем. Так, друзья, ну, сегодня было очень интересное занятие. Я люблю, когда сложности. Сложность была в том, что собака не была активной с самого начала. Вот, и приходится включать тот опыт, который уже есть, разные инструменты, миксовать их и добиваться того, чтобы собака включилась в работу и начала работать. Это очень важно. Если у вас есть опыт, вы сможете добиться хороших результатов. Те, у кого нет опыта и у них что-то не получается с ее собакой, потому что когда вы смотрите видео, на видео нельзя задать вопрос, поэтому пишите свои комментарии внизу. Если у нас будет время, мы ответим на это, потому что работы очень много. Если кому-то очень срочно нужен ответ, пожалуйста, звоните в Viber, WhatsApp, в разные мессенджеры, и тогда вы можете быстрее получить нашу консультацию. А учитывая то, что сейчас интернет развивается очень быстро, стремительно, то у вас есть возможность получать онлайн-консультацию очень быстро и доступно.